Всем привет! Сегодня у нас будет акция на роллинг чар. Мне некоторым героям надо поменять чары. У нас как раз акция, попытаемся что-то интересное ролить. Возможно, с коробочек пооткрываем, они в принципе мне тоже не нужны. Ну, как обычно, там тоже падает разная хрень. Открыл до хрена коробок, ничего толкового не упало. Так. Так. Побежали, посмотрим, что нам сегодня оттуда падает. Вот она, чарующая. Затрату самоцветов нам дают, за смену чар нам дают еще призы. Так, за 5 чар нам дают карту. За 20 сущность мастера. Мифическую карту за 40. Ну, это в принципе фигня. Камень аугментации за 80 возвращают нам 10 тысяч самоцветов. Ну а за 200 у нас идет специальный приз. Может быть, сундук таланта, 2 сундука отличных чар, 3 камня судьбы, 10 камней второго и 20 камней первого. Ну, как бы как-то так. Ну, от вторых и третьих еще я не отказался, остальные у меня уже в излишке. Так, ну поехали. На ком мы будем сегодня ролить? Давайте на стрелке, как обычно. Что-то мне нравится на стрелке ролить. Снаряжение поменять. Так, у нас тут есть необузданная ярость. Мы будем ролить за самоцветы. Остальное пока оставим. Так, у нас 4915. Ну, до 55 тысяч можно смело ролить. Сменить. Ослепление. Необузданное. Третье. Смертный приговор. Ну. Доспех. Жалко, не пятый. Нужен пятый доспех. Нужны пятые пиромахи. Так, выстрел. Ну, как-то единички, двойки. Четвертый раскаленный. Ну, это уже получше. Но надо только пятерка. Тамплиер. Недомогание. Ну, спасибо, но не надо. Так, хранитель 4-5. Интересный талант, но не очень заходит он. Необузданное опять. Так, поле. Ну давай что-то уже интересное, топовое. Так, смертная ослеплялка. Ну как-то не очень мне нравится, как они падают. Но они никогда нормально не падали. Что там, у нас уже 15к мы слили, и нам толком ничего еще не упало. Так, опять ослеплялка. Ну, четвертая. Мастер клинка. Ну, его можно поставить на архидемона. Давайте там посмотрим, у кого у меня четверка стоит. В принципе, тоже неплохой он действует. Так. Что тут у нас у ведьмы? Пиромах четвертый. На мишке пиромах пятый. Четыре, пять. Ну, в принципе, можно здесь заменить. Он появляется, когда герой атакует, поэтому это получше, чем все остальные, потому что тамплиер, например, когда герой атакует, поэтому он на архидемоне бесполезный. Так, хорошо. Где там наш стрелок? Поехали дальше. 2-5.
Раскаленный доспех 5 с 5. Так, это уже поинтересней будет. Это уже поинтересней. Хорошо. Так. Сейчас нужно подумать. Хотел ставить тыковки для теста на архидемоне с отражением. Ну и хочу потестировать его на Рину. Пока в раздумьях, кому лучше. У Рину плюс 25 атаки стоит и отражалка. Но тут получится урон. Даже не знаю, что лучше. Ну, давайте потестируем, в принципе. Рину я начал много где использовать. 25 отжигает, нанося урон равный от атаки в секунду. Давайте пока сюда поставим. Заменить. Есть, у нас Рину будем тестировать. Рину ближник, поэтому ближнего боя это будет интересно. Так, где наш стрелок? Поехали дальше. Ну, опять, видите, перескочила какого-то хрена на карту, странно. Так, доспех второй. 3-5, необузданный тамплиер. Когда герой атакован, поэтому он на архидемона не особо подходит. Так, смертный. Не надо, доспех. Ну, давай еще один доспех. Так. Мастер клинка, пермах первый. 4-5 не надо. У меня все пятерки стоят. Мне только нужны чары для архидемонов. Так, недомогание не надо. Очищалка, раскаленный первый. Так. Безмолвный тоже неплохой талантик. Передача тоже хорош в определенных ситуациях. 3-5 раскаленный. Но когда у нас пятерка будет? Будет ли она у нас вообще? Не падает. Необузданная ярость 5 с 5. Тоже интересный талант, но пока его тоже не хочу. Хочу другие талантики, чары точнее, потестировать. Так, безмолвный. Передача. Оля, мастер клинка. Не надо. Так, хранитель леса не надо. Хранитель леса лесом. У нас осталось 10к. Ну что, нам выпадет еще одна пятерка или нет? Ослеплялка. Как видите, тут реально таланты намного круче падают, чем чары. Ну, ничего не сделаешь. Так, 7к осталось. Тамплиер. Спасибо, не надо. Очищалка 4 с 5. Сейчас увидите, когда будем опять ослеплялка четверочка ролить коробочки. Там в основном падают четверки. Написано 4-5, но большинство падает именно четверки. Так, доспех. Недомогание. Что-то сегодня целый вечер падает. Так, ну вроде все. Побежали, заберем призы. И будем дальше уже открывать коробочки и карты. Так, забрать.
карта героя, камни агментации, которые тоже скоро уйдут в лимит. Так, 10 тысяч самиков и коробки. Три камня судьбы третьей. Ну, получше, получше, чем первая. Хорошо, что не первая. Ну, теперь поехали. Открываются карты. Поменять, сменить. 10 карт. Ну, тут, как видите, тоже первые, вторые падают. Вот троечка упала, единичка. Ну, а теперь 14 коробочек осталось у нас. Пробуем. Так, первая. 4-5 недомыхания. Вторая. Очищалка 4-5. Смертельный приговор 4-5. Доспех тоже 4-5. Пятерки ни хрена не падают. Очищающий 4-5. Пиромах 4-5. Ну, в принципе, так, а что у нас там по архидемону? Сейчас посмотрим. Тут 92. Тут 91. Ну, к утру будет. Так. Что я хотел? Это мы забираем. Давайте на тыковку сразу поставим для теста. Пусть стоит пока четверочка. Фонарь Джека. И на ней сразу же открываем коробочки дальше. Ярость четверка. Как видите, ни одной пятерки не упало. Не падают отсюда. Ну, падают, но они очень редко падают. Пиромах 4-5. Ну, мне он там никому вроде особо и не нужен. Поехали дальше. Тамплиер. Недомогание. И мастер клинка. Ну, давайте поставим мастера клинка. Вот так вот у нас будет. Так, есть. Это все есть. Ну, вроде как бы все. Теперь дальше ждем архидемона, посмотрим. Ну, не знаю, как видите, с коробок падает. Нам упало там пятое, нам упал этот мастер клинка, все основное четверочки. Ну, так себе, не особо нападало, но что есть, то есть. Все, пишите комменты, что кому упало, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.